Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова видео на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. Муник здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить муник при регистрации. Также можете вводить мой промокод на 6 уровне. Вся информация есть в описании под видео. Ну а сегодня, пацаны, у нас будет как всегда необычное видео. Давайте расскажу предысторию. Я как бы летал просто на джетпаке возле авторынка, и меня позвал игрок, якобы он нашел баг на тюнинг. Я к нему телепортировался, в принципе, мы с ним поговорили, и он мне рассказал про баг, с помощью которого можно обманывать игроков и на этом зарабатывать очень неплохие деньги. Ну а что из этого получилось, вы сейчас увидите. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, если вы вдруг не подписаны. Если у вас кнопочка подписаться красная, то сделайте ее серой, потому что я очень хочу добить до лета 20 тысяч подписчиков, а вы мне в этом можете очень сильно помочь. Все, пацаны, желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Берешь машину, покупаешь самую дешманскую и ставишь винил за 2 кг и продаешь ее на лям дороже. И реально люди покупают. Можешь у меня по логам чекать, я не продавал, я никого не обманул. Ну и друг тоже, я могу его ник сказать. Типа реально можно винил ставить бесплатно. Я на форум написал, но не отвечают. Ну давайте покажу, что реально можно ставить. Ты представь, сколько людей можно обмануть с помощью такого бага. Ну, можешь, говорю, да, если, смотри, если ты нажмешь парк и перезайдешь, либо тебя, нет, попробуй меня слапнуть. Короче, если паркнешь, ну, припаркуешь и перезайдешь, то он пропадает. Окей, сейчас попробую. Так, винилы, давайте сейчас посмотрим. Да, винилы на него есть. Давайте допустим розовый цвет и нажимаем отмена. Да, работает, короче, бах. Но это жестко, блин. Надо срочно фиксить эту тему. Да я походу увидел, там чувак на фургоне приезжал, походу он винил так багом поставил. А ну давай сейчас еще раз проверю. Так, сейчас, короче, закрепим результат, потому что, ну, надо проверить эту хрень. Так, заезжаем, короче, убираем винил, да? Допустим, убираем любой винил. Ну вот самый последний, да, выбираем цвет. Допустим, желтый. Нажимаем отмена, и у нас винил сохраняется. Хотя винила у меня на машине нету. Да, я понял, я, короче, разработчикам скину, пусть пофиксит, потому что, ну, сильно много людей пострадает от этой темы, от этого бага. Ну что ж, зашел я спустя несколько дней, и этот баг вроде бы как пофиксили. Давайте я вам покажу. Вот, получается, моя машина, Ford Raptor, белый. Сейчас заедем в СТО, я вам покажу то, что баг реально уже пофиксили. Я разработчикам не скидывал видео, я просто написал то, что есть такой баг, в принципе. И его потом в итоге пофиксили, хотя я даже не сказал, какой баг. Но его теперь нету. Вот, допустим, нажимаем винилы. Ну, допустим, вот этот винил там желтого цвета выбираем, нажимаем отмена. И все, видите, теперь винил поставить нельзя. Это очень круто, потому что с помощью этого бага люди обманывали людей. То есть они приезжали, допустим, на своей машине, красили себе винил и приезжали на авторынок. И продавали эту машину дороже под предлогом то, что стоит винил за 2 миллиона. Но на самом-то деле винила никакого не было, потому что после перезахода в игру винил просто пропадал. Давайте я вам еще на другой машине покажу, в принципе, проверим. Все, телепортируем сюда мою машинку. Вот она стоит, получается, ламба. Да, на ней уже стоит винил, но давайте мы попробуем поставить другой винил и выехать из СТО. На самом деле круто то, что разработчики быстро пофиксили, хотя я им толком не сказал, что это был за баг. Видимо, кто-то другой сообщил, либо они сами этот баг увидели и его быстренько пофиксили. Вот, заезжаем, допустим, винилы, да? Допустим, вот такой вот винил. Красим его в желтый цвет, или в розовый, без разницы. И нажимаем отмена. Мы видим то, что у меня сохраняется мой винил, который я поставил уже. То есть, бах, уже полностью пофиксили. И теперь можно не прижать то, что вас обманут на рынке. Потому что, блин, люди реально обманывали, ставили на дешевые машины винилы. И делали вид то, что они действительно его купили. А на самом-то деле никакого винила там не было. Вот, в принципе, вот такая вот история, пацаны. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Ждите новых видосов. Постараюсь на днях делать стрим, потому что давно стримов не было.